На улице Трехсвятской в Твери продолжает работу рождественская ярмарка. Торговля ведется каждый день с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. А сегодня на ярмарке побывала наша съемочная группа. И вот что увидела. Эта ярмарка уже несколько лет подряд появляется в центре Твери в преддверии Нового года. По сути, вместе с ней в город приходит атмосфера праздника. На Трехсвятской устанавливают большой светодиодный шар и рождественские арт-объекты. В воздухе периодически появляется аромат кофе, имбиря или глинтвейна. В этом году, несмотря на пандемию, традиции решили не изменять. С соблюдением всех санитарных норм здесь по-прежнему можно приобрести эксклюзивные сувениры от тверских производителей. Изделия, созданные в технике мокрого валяния, достаточно трудоемкие в процессе. Ведь чтобы создать такое изделие, нужно разложить много-много шерстинок, чтобы получилось единое полотно. Из этого полотна уже потом делаются красивые изделия. Кроме того, уже по традиции на ярмарке продаются продукты от тверских фермеров для поклонников здорового питания. Мед натуральный от наших пчелок, мед в сотах, продукция пчеловодства. И самое интересное, это именно на новогоднюю ярмарку только представляем. Это мед с ягодами, натуральными, лесными, с наших лесов, сосновых боров. Так уж сложилось, что на рождественской ярмарке делают не только покупки, но и красивые фотографии в установленных новогодних декорациях. Фотозона на Трехсвятской тоже часть новогодних украшений центра Твери. Не менее важная, чем наряженные елки и привычные арт-объекты во всех районах города. На ярмарке мы традиционно установили фотозону, подкову на части и другие арт-объекты. Приходите к нам за новогодним настроением и покупками. В этом году праздничная торговля началась здесь 12 декабря. Ярмарка приостановит работу только на один день, 1 января. И далее будет открыта по 10 января включительно. В будние дни посетить ее можно с 11 до 8 часов вечера, в выходные и праздники до 21 часа.